Несколько десятков предпринимателей и активистов собрались на митинг под облгосадминистрацией. Люди требуют от властей более лояльных условий карантина. Ведь именно из-за внедрения красной зоны в нашем регионе представители малого бизнеса снова несут убытки. По их мнению, государство это никак не компенсирует. Им не помогают даже те выплаты, которые были. Ведь 8 тысяч гривен не могут перекрыть все потери. Не надо нам никакие выплаты предпринимателям. Мы сами заработаем деньги. Просто не мешайте и дайте работать, и все. При этом, смотрите, мелких закрыли, а Ева, супермаркеты, все забиты. Среди основных требований митингующих – освобождение предпринимателей от налогов на время действия красной зоны карантина, а также создание полноценного кризисного пакета для помощи пострадавшим. Да, допустим, тот же рынок Староконный, берем в пример. Своим предпринимателям рынок Староконный пошел навстречу, сделал скидку по аренде в 70%. Рынок же от аренды никто не освободил. То есть каким образом, за счет чего, какого резерва они должны давать скидки, непонятно. За проведение массовой акции протеста правоохранители составили протокол на организатора митинга Юрия Борщенко. Председатель ассоциации предпринимателей Юга Украины с этим не согласился, так как, по его мнению, никакого административного нарушения не было. Все люди были в защитных масках и держали дистанцию. Добавлю, впоследствии к людям вышли представители Одесской облгосадминистрации. Они предложили зарегистрировать обращение и пообещали его рассмотреть.